прямо сейчас общаюсь с мертвецом. Это просто жесть, супербанда. Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. О, черт! Че творим, бро? Меня зовут Саркио Лизибро. Срау уже. Бери, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный бади на ютубе. Ведь продримый супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный бади на ютубе, бандит. Давай, бро, я жду тебя в нашей банде. И, бро, сегодня у нас непростое видео, потому что сегодня банда. Я не дома, как ты видишь. Я на кладбище. На том кладбище, где похоронена моя погибшая девушка Амелия, с которой уже раньше я общался и даже ее призывал. Это просто жесть, банда. Но сегодня я попробую оживить. Да, банда, это звучит как нереально, но я серьезно хочу попробовать ее оживить. Без каких-то там серых некроманты, а просто вот так вот с одним заклинанием. Не знаю, у нас это получится, но перед тем, банда, как я буду оживлять Амелию, я хочу с ней связаться, чтобы она сама этого захотела. Потому что я прочитал, что если вдруг дух, призрак, демон хочет сам, чтобы его оживили, то это можно сделать даже без каких-то там штучек некроманта. Именно поэтому, банда, сегодня пробую оживить Амелию. Не знаю, что с получится, банда, но я очень надеюсь, что у нас все получится. Окей, банда, для меня это очень волнительный момент, потому что я уже здесь. Я уже на могиле Амели, и это реально жутко. Вот так вот выглядит ее могила. Окей, супербанда, видите, это просто жесть. Амелия Витчер. Год рождения 1999, год смерти 2014. Прошло целых 5 лет с ее смерти, а я все еще ее не могу забыть. И это реально жесть, банда. Каждый раз, когда я сюда прихожу, мне становится не по себе. Но тем не менее, супербандит, я здесь. И я готов делать то, ради чего я сюда пришел. Это просто жесть, банда. Окей, банда, как видите, здесь больше нету никаких могил, потому что здесь похоронены те, кто покончил сам с собой. И здесь Амелия. В прошлом видео, банда, я уже рассказывал, что уже происходило такого, почему Амелия покончила с собой. И реально, банда, я все еще виню себя. Потому что то, что происходило той ночью, это, скорее всего, все было из-за меня. И реально очень жаль. Потому что Амелия моя первая любовь, и это реально очень страшно. Окей, банда. Но прежде чем я попробую возродить, оживить Амелию, я должен с ней связаться, что она сама этого хочет. То есть ей нужно будет с каких-то из миров сверху или снизу вернуться сюда, в свое тело. И только тогда, банда, я смогу ее оживить. Сейчас мы будем писать Амелии, посмотрим, на что-то получится. Погнали, банда. Окей, бро, знаешь, что давай на это видео наберем 10 лайков. Ведь супербанда, мы самая сильная банда на ютубе. А значит, что правильно, нам нужно подтверждать наш статус, чтобы самая сильная банда на ютубе. Значит, бандит, у нас должно быть самое большое количество лайков. 10 000 лайков, банда, на этом видео должно быть по-любому. Супербанда, самая сильная банда на ютубе. 10 000 лайков для нас это вообще ничто. Поэтому бандит, опускайся ниже, ставь свой царский лайк. Окей, супербанда, пришло время писать Амелии и договориться с ней о том, чтобы ее оживил. Потому что без ее разрешения, без того, чтобы она хотела сама этого, у нас ничего не получится. Я ей написал: Амелия, ты здесь? Вот так вот это выглядит, банда. Надеюсь, она мне сейчас ответит. Тем более, что я вижу, что она уже в онлайне. 3 часа ночи, Амелия в онлайне. Как бы ни странно, банда, но мертвец может быть в онлайне. Окей, банда, я очень волнуюсь, потому что я не знаю, что сыскает Амелия, и я не знаю, у нас получится ее оживить. И мне страшно, даже не знаю, какая будет Амелия. Она мне ответила, банда! Черт! Да, малыш, я здесь! Она мне только что ответила, банда, на ваших же глазах вы это видели? Черт! Окей, нужно что-то написать. Черт, я все еще в шоке. Я так скучаю. Вот мне, банда, это реально жесть. Только что ответила Амелия, без всяких там серых некроманта. Это просто жесть, банда, у меня все еще не укладывается в голове. Окей, посмотрим. Амелия написала: я тоже очень скучаю. Зови меня, я знаю, ты тоже хочешь этого. Ты же можешь, хоть на секунду я увижу тебя. Банда, посмотри, она серьезно написала, это просто жесть. Она реально сама предложила, чтобы я оживил. Получается, что она видит, что я здесь, банда, или как? Как она может понять, что я здесь? Окей, давайте я что-то отвечу, а то она будет думать, что я уже ушел. Я около твоей могилы, и я хочу это сделать. Вот что мы и напишем, банда, не знаю, что она сейчас нам ответит. Рассердится ли она или нет, но пока что нету никакого ответа, хотя она онлайн. Знаете что, банда, у меня есть просто гениальная идея. Давайте ей позвоним, наберем и посмотрим, что она скажет. Окей, банда, смотрите, на ваших же глазах сейчас набираю. Вот, вот звонок пошел. Не знаю, ли она меня сейчас светит, но мне реально не по себе от этого, банда. Я прямо сейчас общаюсь с мертвецом. Это просто жесть, супербанда. Нету никакого ответа, она все еще не отвечает. Хотя раньше она почти сразу же отвечала. Господи, это просто жесть, банда. А что если она сейчас возьмет трубку и начнет со мной говорить? Хотя, как я знаю, банда, у призрака, у мертвецов нету голосовых связок, она не сможет со мной разговаривать. Тем не менее, хотя бы видеозвонок, думаю, она включит. Она отключилась, банда. Окей, погодите. Я вселюсь в свое тело, тебе нужно будет лишь призвать. Амелия сама мне предложила тоже сделать то, что я хотел. Она сама вселится в свое тело, я только должен ее призвать. Черт, банда, это просто жесть. Я просто без понятия, что делать. Я постараюсь, любимая, надеюсь, все получится. Окей, банда, это просто жесть, вот так вот выглядит наша переписка. Думаю, пришло время призывать Амелию. Черт, супербанда, ты реально очень волнительно, потому что я не знаю, что у нас будет. Я не уверен, что у нас получится, но мне страшно. А что если Амелия уже не будет такой, как раньше? Не то чтобы я не люблю, я ее люблю за ее характер, за ее все. Но блин, а что если она будет зомби? Окей, банда, это все бредня, но давайте попробуем. Пришло время призывать Амелию. Погнали, банда!
Окей, банда, Амелия дала свое согласие, она даже мне сама предложила это сделать. Это просто жесть, банда. У меня все еще не укладывается в голове, черт. Амелия сама мне предложила, чтобы я оживил хотя бы на пару секунд. Она тоже меня любит все еще. Она тоже хочет меня увидеть. Даже на том свете она меня любит. Это просто жесть, банда. Тем более, что она моя первая любовь, и я ее первая любовь. Окей, банда, вот такая вот бывает сила первой любви. Если честно, я очень счастлив, что сейчас я, возможно, мне даже получится призвать Амелию. Я очень надеюсь, что все пойдет так, как нужно. Очень боюсь, что что-то пойдет не так. Эй, там кто-то есть? Пожалуйста, отзовитесь. Хозяин кладбища? Амелия, это ты? О, черт, сопрямбанда, я клянусь, я кого-то слышал. Господи, банда, это просто жесть. Эй! О, черт, мне не по себе от этого. Окей, банда, давайте начнем действовать. Для того, чтобы призвать Амелию, нам нужно разложить свечи. То есть где-то здесь около ее гроба положить свечи, где-то здесь. Ух, это страшно, банда, серьезно. Итак, сопрямбанда. Раз свеча, два свеча, четыре. Вот так вот это выглядит, банда. Я вам серьезно говорю, я все это делаю около гроба Амелии. Потому что, по идее, банда, она должна сюда вселиться. Здесь, там, где она должна лежать, ее старое тело. То есть, банда, если даже она живет, то она будет как зомби. Это уже не живая Амелия, она уже не такая, как раньше. Даже несмотря на то, что она будет как зомби, я все равно хочу увидеть. Я очень жажду этого, банда. Мне реально очень хочется увидеть Амелию. Я очень за ней скучаю все это время. А еще, банда, Амелия — это лучшая подруга Насти. Поэтому, банда, я думаю, что нужно было еще позвать с собой Настю. Окей, банда, именно после того, как Амелия умерла, мы с Настей дружились, начали дружить. Именно на похоронах Амелии. Это очень странно. Я думаю, Амелия хотела этого, потому что Настя была лучшей подругой Амелии. Окей, банда, это просто жесть. Посмотрите. Я поджег свечи. Это реально очень страшно выглядит. Особенно около могилы Амелии. Амелия вечер. Просто жесть, супер, банда. Я не знаю, что у нас будет. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Тем более, что Амелия сама дала свое согласие. Это просто жесть, супрембанда. Господи, мне страшно. Ох, банда, реально сикотно. Быть самому сейчас на кладбище призывать мертвеца. Окей, банда, тем не менее, была не была. Пришло время это делать. Окей, банда, я напротив могилки Амелии. Пока что она мне ничего не писала, то есть, не знаю, возможно, уже можно. Я вселюсь в свое тело, тебе нужно будет лишь призвать. Надеюсь, она уже на месте, банда. Амелия, если ты здесь, дай мне какой-то знак. Нету ничего, банда. Тем не менее, время пришло. Ничего она мне, банда, не пишет. Хотя посмотрите, она онлайн, серьезно. Она все еще онлайн. Окей, банда, думаю, можно уже все делать. Я все еще помню то заклинание, которое нужно говорить, когда ты оживляешь. Сниму проклятие смерти и оживлю тебя, дитя. Просто же супербанда. Окей, банда, тем не менее, в прошлом видео уже получилось оживить. Цыпленок, я думаю, вы помните это. Окей, банда. Да вы просто посмотрите, как же страшно это выглядит без света. Четыре свечи напротив могилы, напротив Христа Амелии. Просто жесть, банда. Окей, я подрубаю свет. Окей, банда, ну что, понеслась? Смотрите, реально около могилы Амелии. Амелия вечер. Что ж, понеслась. Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. О, черт! Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. Сниму проклятие смерти я и оживлю тебя, дитя. Что? Что? Руку? Черт. Амелия, солнышко, это реально ты? Господи, мне прям не верится, банда, сейчас другая Амелию. Амелия, это реально ты? Что? Нет! О, господи, а черт, что это было? О, черт! Супрембанда, это просто жесть! Господи, нет! Амелия, о, черт! Супрембанда, о, нет, блин! Окей, банда, это просто жесть, вы это видели? Я только что оживил Амелию, черт! Амелия, о, черт, банда, это просто жесть! Я не знаю, почему, мне страшно только из-за того, что когда я простянул ей руку, взял ее за руку, она меня начала тянуть к себе в могилу. Я не знаю, что это значит, банда, но мне реально этого не по себе. Только я дал руку, она меня сразу начала тянуть. Просто жесть, банда, я не знаю, после этого я просто убежал. Я реально очень сильно испугался. Я убежал за несколько километров от нее. Просто жесть. Я все это время бежал без перестанок. Это реально была жесткая супрембанда. Господи, это просто жесть. Вы видели, как она вытаскивала свою руку? Банда, на часах 3:53. Осталось всего лишь 7 минут, как Амелия будет в нашем мире. И просто так, банда, просрать все время здесь я не могу. Я же не просто все это затеял. Я должен с ней поговорить. Черт. Ладно, окей. Уговорили. Я верну. Ну что, я посмотрю, что будет с Амелией. Только ради вас, супрембанда. Господи, надеюсь, она меня не убьет. Но как она вылазила из могилы, это просто жесть, банда. Окей, банда, это просто жесть. Я возвращаюсь к тому месту, где я оживил Амелию. На часах уже 3:58, осталось всего лишь 2 минуты. Амелия, это ты? Амелия? Амелия, это ты? О, черт! Господи, банда, это Амелия! Черт! Я не знаю, что мне делать! Эй, Амелия! Ты сегодня прям какая-то слишком живая. Прости. Черт. Реально ты? О, черт! Это реально ты, Амелия, мне прям не верится! Черт! Это реально Амелия, банда! Ты не против? Я продолжу сниматься своим любимым делом. Я все еще снимаю видео на YouTube. Если не против, что я это снял, мне просто никто бы не поверил никогда в жизни! О, господи! Амелия! Господи, Амелия! Я так рад тебя видеть! Нет, Амелия, куда? О, черт! Супрембанда! В этом везде не могу даже поворушиться! О, черт! Амелия!
Она просто пропала, банда! Вы это видели? Только что здесь была Амелия, ее больше нет! Ой, черт! Я просто в шоке! Я только что увидел Амелию! Я только что обнял свою любимую, банда! Мне прям это не верится! Черт, Суприм Банда, это просто невероятно! Мы сегодня оживили мертвеца! Я больше никогда в жизни не смогу с ней никак связаться! Она пропала навсегда! О, господи, банда, это просто жесть! Мы сегодня оживили мою погибшую девушку! И, к сожалению, банда, больше никак не смогу с ней связаться! Погодите, хоть на часах уже 4 утра, но все же... Амелия не в сети. Это просто жесть, банда. Больше никогда в жизни не смогу с ней никак связаться. Больше никогда в жизни не смогу с ней даже попереписываться после этого. Это просто жесть, банда. Но хоть до прещения я обнял. Господи, Суприм Банда, мне прям не верится. Мы сегодня оживили мою погибшую девушку. Черт, это просто нереально было, банда. Это просто невозможно. Это реально жесть, банда. Тем не менее, никогда не повторять его дома. Господи, Амелия, надеюсь, ты меня слышишь хоть как-то. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Поэтому не допускайся, не ставь свой лайк. Ведь мне нужно про 10 тысяч лайков. У тебя самая сильная банда. У меня как у нас не может быть 10 тысяч лайков. И просто, и что? Не забывай, вот коммент из прошлого видео. Господи, как я шикарно. Просто, бро, идеальный коммент. А бро, если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, то сегодня тебе нужно нажать на колокольчик и все, бро. Ты на следующее видео. Вот такой просто ко мне в видео. Лайк, лайк, коммент уже в следующем видео. Так что, пойди, давай, опускайся ниже. И, бро, не забывай про мой инстаграм и ВК. И знаешь что? Оставайся таким шикарным. Пока. У меня вообще нет настроения, банда.